Добро пожаловать в игрушку под названием Dead by Daylight. С вами канал AlexPlay. В этой серии мы поиграем за одного из персонажей Атака Титанов. В этой серии мы с вами поиграем, конечно же, за Феликса Рихтера и его образ, форма Армина. Коллекция Атака Титанов. Одежда сообразительного офицера из далекого мира. Вот такой вот красавчик, солидный блондин. Замечательные сапожки у него. Сзади значок. Интересный. Я, ребятки, не смотрел, к сожалению, аниме «Атака Титанов», но обязательно это дело исправлю и посмотрю. Ну а пока что давайте покупаем данный скин, посмотрим его по отдельности и поиграем, конечно же, в кооперативе с ребятами. Всем приятного просмотра, надеюсь на ваши лайки и комментарии. Пишите, как вам Феликс Рихтер в таком образе Армина. Покупаем за 1080, экипируем и погнали каточку. Так вот, красавчик, также мне нравится менюшка Dead by Daylight в промежуточной главе из Атаки Титанов и музыка соответствующая. Ученый товарищ, первоначального владельца этой формы завораживал мир за стеной. Мундир офицера, выдающийся ум позволил ему стать офицером разведкорпуса. И сапоги стратега. Физически слабый, он казался незаменимым бойцом благодаря тактическому мастерству. Ну что ж, ребятки, не терпится поиграть. Погнали в каточку. Приятного просмотра. Семейная резиденция, поместье Ямаоки. С вами канал AlexPlay и Starlight. Приветушки. Привет. Так. Алекс. Да. Ты где? Я тебя не вижу. Кто он? Я тебя. Он уже кого-то нашел. Кого-то видит. Я ее тоже вижу через всю карту. Угу. Это мор, кажется. Да, это мор. Куда понесет? Так, помогаем. Побегаем. Надо обогнать. Да как он повесил? У нас же двое было. Странно, сколько у него было? Мы же подставлялись. Ладно, начало неудачи. Фейловые просто, и палетку скинули не вовремя. Да что такое? Тут как-то фейловые реально. Стрелять, что вы там делаете? Я хиливаю ее. Инна, надо тебя спасать. Я должна была тебя спасти. Иди ко мне, у меня прирост к хилу еще не закончился. Я дохилю. Ага. У тебя какая-то книжечка, муза. Угу. Масса. Кто-то здесь попался. Кабадончик. Чик, давай сюда, кабадончик. Ой, можно спрятаться здесь. Отсидимся. Сейчас нам ман кабадончик сделает. Мне даже аптечка подходит под мой костюм. Странное местечко, да? Mm. Очень такое непонятно. Тут, может быть, тотем спамится. Где-то здесь чинят что-то. Вон. Так, я пешочком пройдусь, чтобы спринт оставить. Два повешения, ни одного гена. Пока что не очень. Пока что не в нашу сторону. Они на другой стороне. Mm-hmm, я пошла, да, к ним туда. Дочините? Да, хорошо, дочиним. Там помогу. Так, иду помогать. Куда принесет? Тут рядом. Я спасу. Угу.
Я даже помогу отхилять. Быстро хил. Как будто втроем. Как он меня на завороте ударил-то, ну? Ну, может так может, кто хорошо играет. Полети. Красавчик. Он обиделся и бежал. Где еще бежал? Похилить меня? Ну, я не знаю, может аптека быстрее? Сейчас я аптеку потрачу, и можно будет долечить меня. У меня не хватит до конца. Подожди. Пока на юбочку посмотрю. Там сердечки такие маленькие у тебя. Куда-то бежит. Че он так хрюкает? Хрю-хрю. 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 Хрю-хрю-хрю. Хрюша. Все маны хрюкают. Че они как свинки? Да, они как свинки Пеппа. Так медленно ешь? Надо ману добавить свинки Пеппа. Я просто... Она реально страшная, потому что у нее. Ой, у нас если девчонка, то сейчас отлетит. Ты подменю ее. За ней гонится, да? Ладно, пойду тоже. А нет, он переключился на другую. Ты ее можешь отхилять, да? Со состраданием, да, прикольно вот этот перк сочетается. Переключился на другую. Вовремя отхиливать. Переключился на другую. А где-то? Ты ее отхиливаешь? Не за мейном, там за мейном. Я хочу найти эту. Она, мне кажется, в шкафчик спряталась. Что ауру? Да, да, я видела, да, я видела. Эйт. Воу, меня заметили. Ай-яй, меня не спасай, рядом с крюком прям. Я хочу тебя первый снять. Ты убежал? Нет, он убежал. Я тебя сразу отхиляю. Прикрою тебя. Эй. О, уязвимость! Уязвимость? Клятие, пожирающая надежда или что там? Пожиралка, короче. Ага. Надо найти. Я к тебе убежал. Горящий надо найти. Пробегусь. Нашел. Что? Да. Осторожней. Осторожней, спиливай. Так нормально, первый раз. Возвращается. Ой-ой. Да. За тобой, да? Да. Только нам и не заложим. Ты обманул меня. Манщик какой. Мне надо еще одного кого-то человека спасти с крюка.
Мне ты уже не спасешь, мне уже. Ну ты постарайся не попадаться на крест. Так я даже с мейна ухожу. Я тут завел на 30%. Он побежал к тому, кто один чинит. Так, скажи, он. Ушел, он ушел от меня. Я еще быстрый хил, кстати, действует. Ага, ты мне можешь отхилить, да, быстро? Угу. Давай еще вот ты успеешь? Да, отхиляешь. Закончится. Успеешь? Так-а. Успею? За тобой? Не-не, за мной. За тобой. За мной. Нет, не за мной. Пойди, он убежал. Что, давай бежим подальше? Где ты? Я как раз её спасу. Тебе все равно надо отхилять, наверное, чтобы тут ценненькая была. Его барбекю, поэтому осторожно. Он сейчас сюда придет. Спасу. Видимо, вернулся. Так, на мейн, наверное, откатывает. Не видишь, знаешь, что у меня быстрый отхил? Угу. Уже сразу тут прям под крюком. И что у меня еще действует перк на быстрый отхил? Угу. Так, я на мэйне. Даже на мэйне. Давай я запрыгну. Сбеги на меня. На тебя? На меня, на меня, на меня. Подожди! Все, вроде убежал, нет? Там. Быстро отхил, да тут палетка есть, если что. Притянемся. Солнышко, спасибо. Здесь нету наеда. Я уже думала, что все. За тобой. Плохо, неплохо. Здесь на... Нет, наеда нету, все. Можно это не переживать. Все по два раза повисели, второй, ты один раз. Можно спасти чувачка, пойдем? Пойдем, пойдем. Тут открывает. Да, открывает, да, открывает. Пойдем, да, бежим, 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 бежим. Можно у меня есть форсаж. Беги, беги. Валим, валим, валим. Всё, уходим. Добежим? Да, надеюсь. Обиделся, он за нами не бежит. Надо отхилять кого-то быстро. Ты можешь отхилять? Не, это все, быстро отхил закончился. Ребята, красавчики, все, уходим, уходим. Блин, молодцы. Все выжили, вот это тимплей, вот это оно. Вот, а, вот это каточка. Это было здорово. Это просто, это спасены. Задание выполнено, я выполнил задание. Да, это прекрасно. Очень-очень хорошо. Молодец. Мы с тобой больше всех получили. Красавчики. Быстрый отхил. Неплохой билдик.
Не забывайте про лайки, про комментарии, ребятки. Также ссылочку на наш Дискорд мы оставим в описании. Вступайте, там может найти себе тиммейта хорошего, пообщаться. В общем, там много всяких халявных плюшек, печенюшек. Так что это, забегайте, вам там понравится. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока.